Привет всем любителям симрейсинга и автоспорта, на связи Андрей. Сегодня подготовил для вас новую трассу Барселона, как и говорил в прошлом видео, катая пока только на Макларене. Для начала предлагаю посмотреть быстрый круг, мой быстрый круг, который не самый быстрый, но на данный момент, к сожалению, быстрее у меня не получается. Потом хотел бы разобрать этот круг с моими комментариями. Дальше посмотрим на повороты с ветролета, как говорил один всем известный товарищ. В конце покажу свои настройки, так что усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Сначала нас встречает длинная прямая, ее, я думаю, мы едем одинаково хорошо. Первая точка торможения, метка 100. Заблаговременно принимаем левее, так чтобы поребрик был посередине автомобиля, и плавно смещаемся в сторону поворота. Прямо перед поребриком плавно отпускаем газ, проходим на второй передаче. Можно заехать на поребрик, перекладываем руль налево для входа в следующий поворот. Заезжать на этот поребрик можно, но аккуратно. Как только съезжаем с поребрика, плавно нажимаем газ в пол и включаем третью. Сильно направо уходить не советую. Далее придерживаемся правого поребрика и держим максимально допустимую, контролируемую скорость. Как только поворот будет распрямляться, нажимаем газ в палас. Для следующего поворота точкой или маркером торможения является мост. В поворот входим на второй с дальнейшим плавным ускорением. Для следующего поворота точкой торможения я выбрал забор слева из колес. Как только он пропадает, тормоз полностью нажат. Поворот я прохожу на второй передаче, но обычно это делают на первой. У меня на первой получается медленнее. Нажимаем полный газ, как только проходим апекс. Да.
Далее идет связка двух поворотов. Перед первым я торможу, как только начинается белая часть правого поребрика. Поворот проходится на второй. Выйти из поворота надо так, чтобы как можно раньше открыть газ и не промахнуться со следующим, для прохождения которого нужно использовать поребрик. Следующий правый поворот не такой простой, как может показаться. Для того, чтобы на нем не терять много времени, как только пропадают оранжевые элементы забора, назовем их так, отпускаем газ. Как только пропадает из виду правый поребрик, нажимаем газ. Впереди прямая, поэтому разгоняться надо как можно раньше. Следующий поворот очень острый. Торможу за 125 метров. Прохожу на первый. На правый поребрик лучше сильно не заскакивать. Потом идет правый поворот. Придерживаемся правого поребрика. Проходим на второй. Газ нажимаем, как только почувствуем, что машина к этому готова. Для следующего правого поворота ориентиров я особо не увидел. Все сугубо по вашим личным ощущениям. Ну, единственное, что может быть, только зрители слева заканчиваются. И проходим на второй. Тут сильно влево не уходим, занимаем середину. Впереди шикана, проходится на первой. Стараемся облизать поребрики. Как только станет возможным, нажимаем газ полностью и держим его до самого финиша. Ну вот мы с вами и разобрали трассу Барселона. Дальше я бы хотел показать видео того, как я прохожу повороты с высоты вертолетной камеры и рассказать вам о моих ошибках, которые я заметил. Первые два поворота вроде неплохо прошел. Тут тоже явных косяков не вижу. В данной ситуации, видимо, нужно было тормозить раньше, чтобы быть ближе к поребрику, потому как вылетел с траектории, как мне кажется. Здесь тоже совершил ошибку. Нужно было выбирать скорость так, чтобы оказаться ближе к левому поребрику. Первый поворот нужно проходить ближе к поребрику и поворачивать в него чуть позже, как мне кажется. Тут выглядит неплохо. И тут тоже вроде неплохо. На выходе можно было быть ближе к правому поребрику. В первом правом нужно было быть ближе к поребрику, в первом левом нужно было тормозить раньше и опять-таки быть ближе к поребрику. А сейчас давайте перейдем к настройкам. За основу взяты агрессивные настройки с поправкой на давление,
температуру. Вот, собственно, и все. Это был разбор трассы Барселона. Спасибо большое за просмотр. Всем добра. Берегите себя.